Вот это закат! Здесь. Ну чё? Пойдёмте, я, кажется, место офигенное нашёл. Да? Около берега много места, людей нет. Блин, а чё? Ну ё-моё! А чё это? Ну посмотрите хотя бы. Ладно, посмотрю сейчас. А там кто бегал? Посмотрите, чё нашёл. Котелок? Ну, не знаю, ну, пригодится, нет. Нормально? Что-нибудь потушить, сварить, грибочки? А эти где? Ну тихо, не ходи за меня, за мной. А, они купаются. А девочки пошли, да? За ягодами. Я, да, вообще офигенно. Вау, вот это закат. Ну, не сказал бы, что холодно. Захода. Нормально. Смотри, что я нашел. Чего? Типа, мини. Я понял. Там еще и место охрененное. И какой-то железный большой ящик. Вот такой? Не, угольный? А, я не знаю. Покиньте там, зол. Тут, кстати, знаешь, какая глубина? Глубина. Слышишь? Знаешь, кто-то где эта глубина смотрит? Ну я стою, ну как бы еще один метр, и все как бы. А так-то глубокая? А? Глубоко там? Да вот, я уже стою здесь. А? Там метр. А здесь стоять уже нельзя. Вот, смотри тут.